14 декабря в Президентской академии прошла церемония награждения в рамках ежегодной премии «Студент года» для самых активных и талантливых студентов. Номинанты отбирались по нескольким критериям, в числе которых отличная успеваемость, участие в спортивной, творческой, научной и общественной жизни академии. Победителями конкурса стали 35 студентов из московского кампуса и филиалов академии. Что лично для тебя значит не награда, а именно участие в самом этом конкурсе, ну и, естественно, победа? Спасибо за поздравления. Знаете, начнем с первого моего курса. Я впервые познакомился с конкурсом именно на первом курсе своего обучения. Увидел в новостях нашей академии сводку информационную с того награждения и сразу загорелся желанием проявить себя и тоже стать лучшим студентом в академии. Соответственно, 3 года к этому шел, участвовал в прошлом году, но, к сожалению, тогда успехом моя попытка не увенчалась. Но попытки я не бросил, подался в этом году снова, и мне удалось выиграть номинации «Спортсмен года», чему я очень рад, чем я горжусь. И что для меня значит эта победа? Знаете, есть материальное вознаграждение за эту премию, за участие в этом конкурсе. Но это не главное для меня. Для меня было важно именно получить статус студента года РАНХИКС, потому что я всегда стремлюсь к высотам и хочу проявлять себя, становиться лучше, конкурировать с лучшими, окружать себя лучшими. И это действительно важно для самореализации и успешного будущего. Поздравляю вас с победой! Что для вас значит это вообще премия «Студент года»? Для меня это вообще большая честь, потому что я в первый раз получила в академии нашей и вообще в России. Потому что я из Китая, и я тут только в феврале приехала, и я очень счастлива. И сразу победа. Сразу интересно, что будет дальше уже получается. Да. А для вас? Для меня эта премия подтверждает мое жизненное кредо. Оно о том, что красиво жить не просто звук пустой. Лишь тот, кто в мире красоту умножил трудом, борьбой, тот жизнь красиво прожил, воистину увенчан красотой. Вот. Дай Бог приумножать красоту, вот так вот всю жизнь. 1000 человек было заявлено в конкурсе, отобрали 35, вы одна единственная, получается, из Сибири. Как ощущения? Невероятные на самом деле. Я, когда узнала, просто не поверила своим преподавателям, переспрашивала, а точно ли. Но на самом деле я безумно рада, и я благодарна, и как бы хочется продолжать свою учебу, развитие в научной, потому что я представляю все-таки студенческую науку, я председатель научного общества, и даже я чувствую благодарность к любому человеку, который меня в этом пути продвигал, помогал, и, конечно, огромная благодарность и нашему директору, и нашему руководству, и моей команде, которая всегда меня поддерживала, я могла на них всегда рассчитывать, когда мы делали большие мероприятия, которые популяризировали науку. Но когда я услышала, что всего участвовало 1000 человек и отобрали 35, я, конечно, удивилась, что я вошла в их число. Но это было приятное удивление, и я считаю, что я достойна этой победы, потому что я действительно трудилась, и благодаря своим достижениям, благодаря участию в огромном количестве мероприятий по разным направлениям, я и получила премию «Общественник года».